Пластик, бумага и электроника отдельно. Ученики 72-й школы Нового города теперь сортируют мусор по правилам. Экобоксы по раздельному сбору отходов установили на площадке учреждения. Таким образом, школа стала базой проведения городского экологического марафона «Вместе на чистой планете». Мы хотим детям показать, что все их труды – это действительно труд, который направлен на возможность дать вещам вторую жизнь и спасти нашу планету. Организаторы марафона считают, дети – главные энтузиасты, которые в первую очередь начнут менять свои привычки и выкидывать мусор правильно. А позже их примеру последуют и сами родители. Разделение мусора очень эффективно, поскольку дарит отходам вторую жизнь. Собранные отходы пойдут на переработку. К примеру, использованным батарейкам дадут вторую жизнь. А предприятие «Симбирскторресурс» обязалось безвозмездно вывозить и утилизировать отходы. На установке контейнеров экологическая акция не закончится. Детей ждут экскурсии на предприятия, занимающиеся переработкой мусора, игры по защите окружающей среды и научно-практическая конференция. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.